я так понимаю, если я тупой. Ну, столпи таки один человек кричит, я умею. А мне кажется, он не умеет, но попробуем. Я не умею, но оно похоже на лопату, а я огород дома копал, поэтому я думаю... Правильно, сезон картошки. Иди попробуй покопать. Прямо на сцене. Да ладно. Подожди, у нас полный почти квартет. Только не хватает четвертого. Кого не хватает? Скажите мне, будь ласка. Кого? Баяниста? Нет, баяниста точно не хватает. У нас нема баянистов. Обезьяна и шки. Кого не хватает? Мене? Ні, я на сцену не пойду, я не фотогігієнічний. Я лучше тут помількаю перед вами. У нас поку... А ну, ні, о, гітарист уже на місці, втикнув штекер цей. Залабайно нам. Ай, нравится. І хорошо пошло. А ну, ну, ти ж нормальний гітарист, а не... Ось той самий, блін. Ого. Не гони так жестко. Це вже стрьомно. А это уже нравится, это уже наш квартет. Так, давайте найдем все-таки вокалиста. И в принципе, мне колись там пальцем тикали, вона там через ресепшн заезжала, сказала, она виновна. Виновна или нет? Виновна? Чуть-чуть. Или много. Давай послухаем. Нам сказали, ты гарно спеваешь. Попытаемся, послухаем. Но если будет погано, мы тебе со сцены. Джентльмены, удачи. Подайте девушке ручку, будь ласка. О, ясно, джентльмены мне тут нашлися. Бас-гитарист, ты хоть джентльмен? Бас-гитарист, ты джентльмен или не? А чё ты девушке ручку не подал? А, ты... Ёхали, бабай. Ну, нормально. А покажи, что ты можешь. Ай, вправо на пальце мы так... Ну что? Гурт, так называемый Мады Инсам Склёпов Мистер Радамшель. Я вот это думаю. Сгодні. Ну что, запустим их от в наши ряды, чтобы послушать, что они могут. Гучніше, облески. Ну, на данный момент можно вас назвать гурт проти меж. Или проти всех. Проти меж. Вот так мы называемся. Гурт проти меж. Місто, напомніть, склероз старческий. Город Тетерев. Город? Далеко, конечно. Смешно. Тетерев городом обозвать. Ну ладно, хорошо. Місто Тетерев, гурт проти меж. Слухаем. Thank you.
Yeah.
Там они никуда не текают, не кричи, они еще будут играть тебе. Один, та ти залишиться живий, я так хотів.
затихавший.